Гороскопы по знакам зодиака на 24 мая 2021 года. Лайк в знак благодарности. Общий гороскоп. Решительные и энергичные люди сегодня смогут достичь больших успехов. Это подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу в делах, делиться своими идеями и обсуждать их с единомышленниками. Часто получить поддержку оказывается проще, чем вы думали. Однако не стоит удивляться и критическим замечаниям, их сегодня может быть немало. Прежде чем браться за любое дело, нужно взглянуть на вещи реально и правильно оценить свои силы. Не рассчитывайте на то, что легко добьетесь успехов или все сразу сложится по-вашему. Куда вероятнее другое, придется прикладывать усилия и отстаивать свои интересы. Спокойный плодотворный день, позволяющий все делать по плану. Лучше не спешить с решениями, особенно если дело касается работы. Неожиданные предложения могут казаться заманчивыми, но, рассмотрев их пристальнее, вы обратите внимание на некоторые важные нюансы. 24 мая – это день, удачный для любых проявлений чувств. Позитивное настроение и оптимизм будут сегодня основными сопутствующими качествами. Вечер же стоит посвятить более аналитическим делам. Возможен успех в делах, касающихся укрепления социального положения, влияние в коллективе. В качестве отдыха лучше всего подойдут спортивные мероприятия или прогулки. Дева. Успех будет сопутствовать вам в делах, касающихся всего иностранного. Дальние командировки, контакты с зарубежными партнерами, покупки дорогой импортной техники – в этих делах вы будете удачливы. Не стоит забывать и о правильном питании. Возможно, стоит поэкспериментировать с экзотической кухней. Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Не исключено, что новые люди, которые войдут в вашу жизнь, обогатят вас идеями и откроют перед вами новые возможности. Возможно, вы получите достойное вознаграждение за свой напряженный труд. В семье – полное взаимопонимание и любовь. В этот день деву ждет некое испытание на прочность. Скорее всего, друг расскажет вам о жизни бывшего возлюбленного, что выведет вас из колеи. Меньше думайте, анализируйте, а больше действуйте. Тогда добьетесь всего того, к чему так долго стремились. 24 мая дева поедет в командировку, где познакомится с симпатичным человеком. Может быть, это начало красивого любовного романа?